Друзья, скрипит дверь, сейчас покажу, как это исправить. Такая смазка должна быть у каждого в доме. В конце видео вы узнаете почему. Брызгаем на петлю, вытираем салфеткой. Смазка жидкая, будет стекать. Аналогично делаем все то же самое и с нижней петлей. Скрипа нет, отлично, идем дальше. Если у вас плохо закрывается пластиковое окно, ручка заедает, закрывается не до конца, брызгаем на бочонки. Они называются цапфы. Вытираем бумагой. Ну и проверяем. Ручка очень плавно ходит и до конца закрывается. Берите на заметку. И не забудьте поделиться этим видео. Друзья, подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю.